12 августа 2016 года около 9 часов утра на 152 километре автодороги Оренбург-Орск 26-летний водитель, житель города Оренбурга, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь со стороны города Оренбурга в сторону города Орска, при обгоне транспортного средства выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с движущимся прямо во встречном направлении автомобилем Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 4 пассажира автомобиля «Лада Ларгус» получили телесные повреждения в виде многочисленных переломов и были госпитализированы в Кувандыкскую городскую больницу. 3 человека погибли. Решением Кувандыкского районного суда виновнику ДТП было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии поселения.